Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня охрененный, я думаю, видос. Я вам покажу, как живут без доната, точнее, как нормально дают плюхи на некоторых серваках. Я вам показывал просто трэш, который творится на немке. Там можно собрать зефира, но шанс, как вы знаете, там в районе 4-5 попыток можно там раз практически где-то в 2 недели, а то и в 3 недели. И шанс не очень большой. Сегодня я вам покажу, какие плюхи сделали. Ну, уже вчера вы уже их не получите. Мы не успели их получить на Индонезии. Сейчас я на турецком сервере. Здесь тоже уже нельзя их получить. Сейчас мы здесь получим, скорее всего, в акции. Я вам просто показываю то, как людям делают Новый год на некоторых серваках. Это сервера, где начальные даже аккаунты будут с топовыми героями. Почему, в принципе, вы сейчас увидите. Поехали. Я вам просто покажу шансы, чтобы вы не мотали, не смотрели там стримы. Это просто трэш, ребят. Честно говоря, я изначально не поверил, но когда я уже зашел и посмотрел, это самый крутой, наверное, подарок для всех без донатов и там мини-донатов, кому этого не хватает. В общем, такой вот есть календарь. Я не знаю, возможно, на русском сервере его введут, но хотя его не ввели, возможно, его введут после Нового года. На это очень большая надежда. Что вы видите в итоге, что мы получили? Сейчас еще придет Cold Drake. Мы получили 20 камней без доната. То есть эти камешки дают точно так же и на немке. Шанс получить без доната топового героя. Вот смотрите, 450, 450. Бум! Фобос и Афина, и вы скажете, блин, да круто, ну вот реально круто. Бочка, Фобос, Афина за 450. Все супер. Но это, ребят, это все хрень. Это все хрень. Я вам просто сейчас покажу дальше, что мы вытащим отсюда. Вуаля, ребят, смотрите сюда. Смотрите на вот это. И знаете, по статистике, аккаунт как минимум получает 2 огника. На одном мы, по-моему, одного словили. Космо дофига. Возможность собрать розу. В общем, поехали. Я вам покажу это все сейчас. Сами все увидите. Я тоже не верил. С первой тычки, ребят. Огник. Начальный аккаунт. Без всякого доната, без всякой игры. Просто сразу же со старта игры дают огника. Ну, я не знаю, это есть только на Индонезии, еще, возможно, и на турецком, вот где мы были остальные, я не чекал, не смотрел. Но вот это вот реально кайф. То, что дают 20 камней, и здесь по одной попытке, не по 10. Роза 20. Второй огнекрыл. Просто космо. Обас. Космо. Ну, это по 10, по 20 розы. Третий космо. Четвертый космо. Что вы на это скажете, ребят? Королева Ос. Пятый космо. Дуэлянт. Шестой космо. Седьмой космо. А теперь внимательно посмотрите на вот этот вот алтарь. Что вы на это скажете? Как вам такое? Как вам такой подарок от IGG на Новый год? Ну, к сожалению, это есть только на определенных серваках. Это реально просто трэш. Это без доната, начальный аккаунт. Ну, это реальность. Сейчас я зайду на другой аккаунт, вам покажу еще там. И такое есть на многих серваках, кроме, конечно, русского. Ну, на русском этого вообще даже приблизительно нету. Ребят, 7 космо и 2 огника. Начинающий аккаунт. Нормально? Ну а вы, конечно, прожали по лайку. И я надеюсь,
Я надеюсь, на русском сервере нас тоже это будет ждать. Забираем плюхи. Давайте паролем. Роза 20. Роза 20. Роза. Барт. Я даже лисицы здесь 10 вытаскивал. Космо. Ну, кто хочет, можете посмотреть стримы. Лаваника. Космо. Здесь нам не хватает просто места уже. Роза. Роза. Роза, ребят. Роза. Мишаня. Еще роза. Ну вот, пожалуйста, вуаля. Здесь у нас просто обычные герои. Но это ж не все герои. У нас еще алтари дофига. А, не, все, все правильно. Ну что, вот как? Вот как? Что на это сказать? 220 осколков. Как вам такой начинающий аккаунт? Я считаю, очень даже круто. Ну вот, посмотрите, вы хотите сказать, что это плохой аккаунт? Супер! Супер! Поехали за ролем. Ну, как видите, здесь за роллинг нифига нам толком не выпал. Ну нафига вот это вот самоцвет. Вот, пожалуйста, огненький, роза. Роза с огненькой сразу. А чё нет? Смотрите, сколько космо. Просто вы скажете, чё это за хрень? Да, ребятушки, это хрень, реально. Я не знаю. Я, конечно, не противник таких подарков, но... С одной стороны, это убивает интерес на некоторых серваках. И интересно даже играть. Ну, относительно, я имею в виду донат, там без донат, потому что раньше этот огник стоил хер его тучу денег. Сейчас он стоит вообще копейки, по сути. Но, с другой стороны, это однозначно плюс, то, что дают его без донам, дают возможность собрать всем. Вот, смотрите внимательно, еще один у меня лутает. Мы бегали, выбивали. Два огника, три космо, роза. Поехали сейчас еще на одном зафармим. То есть стопроцентный, ребят, это стопроцентный шанс. Я вот аккаунтов 10 уже открыл. Стопроцентный шанс на огнекрыло и космо. Еще возможность на некоторых плюс-минус там 50, где-то на 50 собирается у нас розочка. Ну и там дуэлянта 100 осколков можно достать. Это потолок, то, что я видел. Как вам такое? Нормальный подгон? Я считаю, да, на Новый год это самый крутой подарок для бездонатов. Поехали. 10. Роза. Роза. Огник. Космо. Ну, за 20 попыток вы по-любому космо должны словить. То есть космо везде. Вот, лиса. Дуэлянт. Пожалуйста. Просто... Без комментариев. 10 лисы. 100 дуэлянтов уже собрано. Нормально? Нормально.
Нормальный аккаунт, а чё нет? Вполне очень даже ничего. Призрачный, королева ос. Бог грома. Вот так вот, на каждом аккаунте халявный космо и халявный огник есть, плюс возможность собрать еще, добрать некоторые осколки, собрать розу осколками, тоже шанс очень велик. Ну, видите, на каждом аккаунте вот 100 дуэлянта у нас, например, упало, 120 осколков розы. Вот такие вот акции должны, я считаю, быть под Новый год на всех серваках уже, если на то пошло. Вот мне будет интересно, сделают ли они это на русском и на английском серваке, потому что на многих вот с этих сделали. Многие скажут, здесь мало играет народа, там еще что-то. Причем тут количество народа к плюхам. Вот почему нельзя сделать нормальный подарок для всех, хотя бы один? Сделайте, блин, этого огника. Он уже не такая проблема, сделайте его подарком. Вот реально, это будет крутой подарок для всех. В общем, мы ждем, посмотрим, что нам завтра на русском предложат. Ставьте лайки, ждите новых видосиков, пишите комментарии, что вы по этому поводу думаете. Ну, с одной стороны, это круто, с другой стороны, это обесценивание полностью всего. То есть ты понимаешь, что в игру донатить бессмысленно. Все, всем удачи, всем пока.